Первый удар по мячу, и игра началась. И мы видим графику с составом команды хозяев поля. Четверка полузащитников на поле. Заметь, что один из них сыграет чистую десятку плеймейкера и будет поддерживать нападающих. Удар! Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Пауло Дибала. Тьяго. Отлично сыграно, надо решать. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Надежно играет защитник, атака прервана. Тьяго Алькантара. Мауро Икарди. Алехандро Гомес. Надежно сыграно, жаль, мяч не у него остался. Жоао Марио. Все видел Марко Ройс, мяч у него. Новый нападающий выходит сегодня на поле в составе команды. Да, это свежее приобретение, которое... Судья ставит штрафной, но карточку, видимо, где-то выронил по дороге. Жоао Марио. Хедир. Это может быть опасно. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Пас в разрез, очень... Есть шанс выйти вперед! Пауло Дибала. Мауро Икарди. Марко Ройс перехватывает мяч. Давид Алаба. Абамиян. Ждешь ли ты чего-нибудь особенного от этого игрока? Очень здорово работает парень. И сам успевает, и партнерам помогает. Думаю, один из лучших игроков матча, если не самый лучший. Тьяго. Тут может что-то получиться. Удалось нейтрализовать атаку. Роберт Левандовски! Не смог он удержать мяч в поле, техника подвела. Это угловой. Марко Ройс! Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Это может быть опасно. Абамиян. Почти подошли к воротам, но защитник на чеку перехватил он эту передачу. Какой удар! Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Жоао Марио. Мауро Икарди. Атака остановлена, но кто получит мяч? Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Мауро Икарди. Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Алехандро Гомес. От штанги мяч отскакивает. И пробил. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Удар. Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперника. Жоао Марио. Сами Хедир. Пауло Дибала. Это может быть опасная атака. Буатен. Филипп Лам. Видаль. Здесь защита справляется, мяч отобран. Жоао Марио. Пауло Дибала. Посмотрим за этой атакой. Алехандро Гомес. Относительно легкий мяч для вратаря. Мануэль Нойер спасает ворота, но это громко сказано, потому что такие мячи он должен брать одной левой рукой, в смысле. Алехандро Гомес.
Видаль. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Ну, послушайте, надо больше тренироваться. Так вводить мяч в игру нельзя. Алехандро Гомес. Великолепная игра в пас. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Тиаго Алькантара. Пауло Дибала. Раджа Нангулан. Отлично сыграно, надо решать. Алехандро Гомес. Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. Мауро Икарди. Пауло Дибала. Да, что-то немыслимое сейчас сотворил игрок. Я уверен, он сам не понимает, что произошло. Знаешь, Георгий, мне кажется, мяч просто-напросто свалился с ноги. Другое дело, что вряд ли здесь ситуация требовала такого. Игра остановлена из-за нарушения, и тут ситуация вполне на предупреждение. Жоао Марио. Защитник хорошо прочитал пас и перехватил его. Могло быть опасно. Артуру Видаль. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто бы... Пол команды обыграл! Алехандро Гомес! Гол! Команда забила и ведет в этом матче! Итак, гол в раздевалку получает команда, и ее тренеру придется сейчас придумывать что-то новое. Ну и другой команде также придется, видимо, придумывать что-то новое, и не исключено, что они сыграют более смело в атаке во второй половине. Итак, замена. Футболист покидает поле, и болельщики им явно недовольны. Да, сегодня он показал не лучшую игру, и просто не его день. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Обамеян. Отобран мяч, надо возвращаться. Раджа Нангулан. Пауло Дибала. Это может быть опасно. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Забивать нужно! Проверка голкипера. Да нет, он все еще здесь. Бруно Перес. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Абамеян! Хорошая игра защитника, чисто сыгран. Алехандро Гомес. Бруно Перес. Хедира. Мауро Икарди. Это может быть опасно. Отличная игра в пас. Все точно и по делу. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Пауло Дибала. Такими действиями игру не обострить. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Лам отдавал пас, но неудачно. Хумис пытается овладеть мячом. Абамеян. Хороший пас во фланг.
Вот мяча из боковой в такой близости от штрафной потенциально очень опасен. Может получиться интересная атака. Великолепный проникающий пас. С углового мяч будет введен в игру. Сложный мяч. Лучше не рисковать. Ударище просто. Дембеле. Удар головой. Жоао Марио. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. И это шанс забить. И это момент. Гол! Они забили еще один гол, увеличив свое преимущество. Спокойненько закатывает мяч в сетку. Издевательски просто. Но ведь ему позволили это сделать. Позволили получить мяч, пройти к воротам и сделать то, что он сделал. Да, покуражился парень, но особо стоит отметить, конечно, его технику исполнения на высочайшем уровне. Найнгола. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Вратарь ведет мяч в игру, покажет нам свой могучий удар. Пока неплохо. Видаль. Защита надежно играет, мяч отобран. До конца второго тайма примерно минут 15. Ну и плюс то, что добавит арбитр. Какой удар! Вот это спасение! Будет угловой. Нужно подумать, кому сделать точную передачу. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Алехандро Гомес. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Пауло Дибала. Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Судья показывает на угол поля. Восемьдесят первая минута. Не только принял хорошо, но и сохранил этот мяч. Атака остановлена, но кто получит мяч? Посмотрим за этой атакой. Артуру Видаль. Удар. Мимо бьет игру. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Пауло Дибала. Мауро Икарди. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Видаль. Отличный чистый отбор. Жоао Марио. Пауло Дибала. Отлично сыграно, надо решать. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Три минуты будет добавлено. Бардзали. Алехандро Гомес. Раджа Найнгулан. Здорово перемещаются игроки, чувствуют друг друга, сыгранность отличная. Да, разыгрывают мяч просто шикарно. Вот и все, матч окончен. 2-0 завершается этот матч. Раздает...